В минувшую субботу в 23:29 по местному времени на центральный пульт пожарной связи 3-го отряда поступил сигнал о том, что в 22-м доме 17-го А микрорайона горит квартира на первом этаже. Через 5 минут пожарные были на месте возгорания. На место пожара было направлено 2 пожарные автоцистерны и автолестница. На момент прибытия из окон кухни квартиры номер 1 на первом этаже идет сильный густой дым. Звеном ГДЗС пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Также было спасено по лестничному маршу звеном ГДЗС 7 человек. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. Страж погибших нет. Хозяев на момент происшествия дома не было. Все эвакуированные в тот вечер жильцы вернулись в свои квартиры.